Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем говорить и рассматривать новый дозиметр, радиометр, гамма-спектрометр Radex Obsidian. Видео будет длинным, сразу готовьтесь. И можете ставить на ускорение видео, либо проматывать, потому что буду снимать целый час примерно. Полностью разберем его. Вот только он приехал в Украину, самый первый. Только-только вот. И сразу я вам все покажу. Сейчас разберем, будет распаковка, потом будем тестить, будем сравнивать его с радиосканом и на разных источниках будем его тестировать. Смотрите, какие я вам подготовил источники ионизирующего излучения. Значит, вот это хрустальные блюдце, это салатница, либо конфетница, очень толстого хрусталя, который очень активный. Потом датчик дыма с ионизационной камерой, значит, имеет тоже слабую радиоактивность. Рюмочка из царского стекла, зеленая, тоже имеет слабую радиоактивность. И еще один источник, он сейчас на видео, если кто видит, кто меня смотрит часто, тот знает этот источник, что он почти невидимый, но он есть. Сейчас я вам его покажу. Это вот эта кафельная плиточка. Она достаточно активна для плитки. Хорошо так фонит бета-излучением. И это вот такой вот встроенный в мой дом радиоактивный источник по всему дому. Чтобы вы понимали, она вот, вот она, видите, вот, вот она везде здесь, вот. Вот эта плитка, это тоже радиоактивная, и это вот по всему. Вот эта плиточка, это последний источник, на котором мы тоже будем тестировать наши дозиметры. Я вам подробно покажу. Он прилично так фонит, радиоактивный. Ну, давайте приступим. Начнем. Так. Начнем с Radex Obsidian. Вот такой коробочке он приезжает. Маленькая коробочка. Разные размеры, чтобы вы понимали. Вот линеечка. Коробка маленькая, компактная, нормальная. Вот, кстати, штрих-код ЕД, ОБС. Вот написано, я не знаю, кстати, что это значит. Значки SE есть. Вот и так далее. Что такое? А, Obsidian ABS. Понятно. Сокращенно ABS это Obsidian. Сцинтилляционный детектор дозиметр. Вот так они его назвали. Ну, ладно. И вот смотрим. Такая коробочка. Radex Obsidian с Bluetooth. Сцинтилляционный детектор ионизирующей радиации. Ну, окей. Смотрим дальше. Идет вот инструкция, паспорт. В такой вот целлофанке. И дальше вот сам прибор. Кабель и прибор. Больше ничего не идет. Блока питания нет, потому что он и не нужен. У любого человека дома есть на 5 вольт от USB блок питания, которым телефоны вы заряжаете. Вот, коробочка мягеньким таким поролоном серого цвета. Ну, нормальная. Претензий я не имею. Здесь надписи нет. Все, коробочку можно убрать. Переходим к самому интересному. Так, кабель USB, во-первых, уже Type-C, тип C разъем. Уже не micro USB. Это хорошо, потому что micro USB... Надо еще смотреть, какой стороной его вставлять. Этот без разницы. Можете и так вставить, и перевернуть так. Разницы никакой. Лучше него Type-C есть только
Вот такой. Смотрите, на магнитных контактах. Это Xiaomi делает. Вот к своим фитнес-браслетам. Вот, например, пятый браслет. Они еще круче сделали. Здесь все на магнитных липучках. Вот зарядка. Вот я просто прислонил. И не надо знать, где плюс, где минус. Она сама прилипает, далеко ловит этот магнит. Там есть защита от переполюсовки, защита от короткого замыкания с обоих сторон. Это все они реализовали. Молодцы. Это круче всего. Не надо думать, оно само захватывает. И вот. И держится отлично. Вот. Ну, тут нельзя передавать информацию, потому что тут просто плюс-минус два контакта. Хотя можно сделать еще дату тоже так же посередине. Прикасаться магнитом, и будет дата передаваться. Можно продумать это все там и так дальше, если очень захотеть. Ну, после этого круче всего идет разъем тип C. Вот этот Type-C. Micro-USB уже прошлый век. Mini-USB тоже хорош. Он не ломается, но тоже прошлый век, большой. И надо смотреть, куда вы его там тычете. Так, кабель хороший, претензий нет. Вот разъем вставляется удобно. Есть защелка, там защелкивается. Все отлично. Претензий нет. Пока все доволен. Я вообще жесткий критик. Я буду критиковать, если что-то мне не понравится в этом приборе. Его хвалить вам не буду, сразу скажу. Но я человек честный и совестный. Если он хорош, и все его достоинства, преимущества по сравнению с другими, я вам покажу и честно скажу. Ну, вот, это будет очень честный обзор, потому что как только он вышел, ну, во-первых, ну, на рынке дозиметрии мира, всей планеты, там была ситуация, так, сложная, я сейчас вам объясню. Вот, а пока смотрите, вот гарантийный талон. Можете поставить на паузу, почитать, на что распространяется, на что нет. Заводской номер здесь написан. И вот, когда продан, это не заполнено, но это заполняет именно продавец, там магазин, который вам продавал. Так, дальше. И инструкция. Один лист всего-навсего А4, ну, они все здесь уместили, молодцы. Так вот, на рынке сначала его сильно облили грязью, как только он вышел. Сейчас объясню, почему так произошло. Потому что его разработали, это был прорыв такой на рынке дозиметрии мира. Потому что никто еще не делал карманный такой маленький дозиметр, в котором все в одном есть. И экран. И он на кристалле сцинтилляторном. И в нем есть встроенный спектрометр. Набирается спектр, гамма-спектрометр. И пейджер. То есть у него вибрация есть, срабатывание сигнализации. И еще он меряет бета-излучение. Такого еще никто не делал. Это был прорыв. Вообще был прорыв, самое главное, из-за спектрометра. Потому что в таком размере гамма-спектрометра с экраном и с блютусом, чтобы на телефон передавало, этого не было. Все остальное... Были аналоги, ну все в одном не было вообще. Потому они хотели чем быстрее его выпустить на рынок и правильно сделали, что выпустили. И, ну, в это время программное обеспечение еще они не доработали полностью до идеала, потому и посыпалась критика. Пошло все так, выключаю пока что этот датчик дыма, то он пищит постоянно, подпискивает, уже задолбал. Все. Так. Так вот, они просто поспешили, хотели поделиться вот радостью, что у них получилось разработать и так дальше. Я их понимаю тут с одной стороны. С другой стороны, причина была то, что его грязью облили, то, что есть конкуренция, КБ-Радар, такая фирма в России. Они выпускают пейджеры
сцинтилляторные, тоже сцинтилляционные, на таких же кристаллах, как в этом. Но у них нет экрана и нет спектрометра, и они не видят бета-излучения, и у них много чего еще нет. Энергокомпенсации нет, ну много там, не буду вдаваться в подробности. И они были лучшие на рынке до того времени, пока выпустил Radex свой вот этот Obsidian. Ну как лучшие на рынке? Они были единственные на рынке мира из карманных сцинтилляторных приборов, доступных для населения. А здесь уже появился конкурент, и, конечно же, лучшая защита – это нападение, естественно, такой мир животных, ничего тут не поделаешь, и начали быстро все дружно, кто-то, кому симпатизирует Atomfast и создатели КБ-радар и так дальше, начали быстро обливать грязью вот этот приборчик, и он, конечно, не заслужил такого отношения. Жалко его, но пожалеем, покажем сегодня все, на что он способен. Сами посмотрим, это мое знакомство с прибором этим. Я, кстати, им еще не успел попользоваться, я еще не знаю, как им измерять, управлять. У меня опыта нет, это только вот я получил его в руки, сейчас с вами вместе будем его изучать. Изучать, учиться, я пока не спешу его ни хвалить, ни ругать. Я не знаю, как будет, так будет. Покажу все честно. Вот, так вот, причина была, что лучшая защита нападения. И, конечно же, если бы он оказался хороший, все бы сразу поняли, что он идеальный. Никто бы больше не покупал никогда в жизни Atomfast'ы. И они пошли в нападение. Ну, я же говорил, лучшая защита нападения. Они сразу подняли цену на Atomfast на 2000 рублей русских. Потому что была 17500, стала 19500. Ну, это типа, чтобы показать, что Atomfast не лучше, не хуже, а он еще лучше, и поднять цену, чтобы еще, ну, набить себе цену, а этот, наоборот, опустить. И начали сравнение там делать, фанаты и так дальше, что Radex хуже, они сравнивали с Fast'ом. Но тут причина не в том даже, что он вышел на рынок, причина в том, что первый обзор, который на Radex Obsidian сделали, его сделал YouTube канал «Радиоактивные материалы», бывший канал Олега Айзена, его провел вот парень из России, вроде хороший парень. Вот я лично с ним не знаком, не знаю, не могу сказать. Ну, вроде нормальный парень, по-моему, его зовут Арсений, по-моему, Арсений Кузнецов, как-то так. Он провел первый обзор на этот прибор. Но он, ну, как всем показалось, все решили, что он слишком хвалил этот прибор. И он очень жестко это делал. Ну, так, как бы, что ли... Не то, что переигрывал, он, я не знаю, как это выразить на русском языке, вообще русский язык не учил никогда. Ну, в общем, было это слишком громко сказано все, то, что там даже нарисовали они, ну, они так, типа, очень, можно сказать, жестко, некрасиво поступили, они нарисовали прямо на заставке видео, там, Atomfast. И он типа в гроб его положили, и такая, как это, кусок гранита, как в гробу, и там надпись, что Atomfast похоронили, уже все. То есть никто его никогда покупать не будет с этим смыслом, и все это увидели и начали возмущаться, потому что все же накупили Atomfast, у них дома Atomfast'ы, они думают, а как я деньги выбросил даром, и раз появился лучше вот этот, и он дешевле, этот стоит дешевле, чем Atomfast стоил, а сейчас Atomfast еще поднял цену, то этот еще дешевле стал за него. И все начали возмущаться, сразу начали поганить этого Арсения Кузнецова, что вот как ты так можешь, что вот поганил Atomfast, сказал, что этот лучше, тесты провел, там все начали кричать, что тесты были фейковые, и, ну, что он нечестно сравнивал, и начали снимать свое видео тоже сравнение с Atomfast, и показывали, что он соврал, то есть он нагло всем врал, что тесты провел нечестно. Я не буду это комментировать, мне было все равно, я посмотрел, я был рад и благодарен Арсению, что он провел хоть какие-то тесты.
Вот, я не слушал, что он говорит, я просто смотрел на тесты и делал выводы сам. И всем советую так делать. Никого не слушайте, что там говорят. Смотрите конкретно на видео это все и сами решайте для себя, кто там, кто, что и как. Вот, и из-за этого начали этот прибор сильно поганить. Ну вот, я дождался его, очень долго он ко мне ехал. Вот, сейчас я его уже могу взять в руки и сам убедиться, как оно все есть на самом деле. Не слушать никого, ни защитников Атомфаста, которые там плюются, что этот плохой Атомфаст лучше всех, или наоборот Арсения Кузнецова, который этот хвалит, Атомфаст обливает грязью. Ну, в общем, я сам для себя решу. Никого никогда не буду слушать. Все. Я объяснил, что произошло. Сейчас будет честный, нормальный обзор. Ну, это как обзор? Обзор от пользователя. Я пользователь. Я вот получил прибор. Я еще не успел даже его протестировать. При вас вот сейчас только включаю. И будем изучать. И сразу первое мнение вы увидите. И мое, и ваше будет. Это первая распаковка будет. Увидите, как он что работает. Сейчас разберемся. Так, где тут начало? Непонятно. Вот здесь, наверное. Вот. Дозиметр радиации Radix Obsidian. Ставьте на паузу. Кому нужна инструкция, кто не хочет искать, вот есть на видео. Все поставили на паузу, все прочитали. Так, ну видим, что у него есть. 5 кнопок есть, экран. Индикатор вот здесь светодиодный. Есть крышка. Пластиковый бета-фильтр. Вот это качелька. Ну, тумблер, что сдвигает крышку. И разъем зарядки. Понятно все. Первое включение. Здесь написано, как его там включать. Первый раз, да, все правильно. Было часы, надо настроить день. И вот. Все окей, он запустился. Так и было. Дальше. Описание прибора. Вот. Все, что на дисплее отображается, они все красиво нарисовали. Картинки цветные. И вот. Характеристики. Все можете видеть. Вот характеристики. Я вам увеличу. Так, все. Здесь области экрана, режимы работы. Здесь для двух человек отдельно дозу считает. Есть энергокомпенсация. Ну, тут все остальное интуитивно, понятно? Не буду вдаваться. Разве что, чтобы я сразу не понял без инструкции, что вот это за 9 точечек. Это значит, что сохранение истории изменений. Вот эти точечки. Для меня это было непонятно. Соединение с ПК понятно. Включена вибросигнализация. Вот такие две буквочки M перевернутые или W. Понятно. Вот это только я не понял. Сохранение истории изменений. Вот такие точки появляются. Ну, ясно. И здесь вот все интуитивно понятно. Ну, давайте приступим. Вот, если кому надо, делайте скриншот. Вот полная инструкция Radix Obsidian. Full HD вам снимаю. Все для вас. Так, и с другой стороны. Так, показываю вам приборчик. Теперь убираем это все. Смотрите, реально компактный, хорошо сидит в руке, тут претензий у меня нет, здесь только похвалю. Ну, скажу так, сегодня недостатки буду показывать тоже, его поганить буду ругать и хвалить тоже буду, потому что, так, длина 11,5 сантиметра, толщина, меня интересует самое важное, 2 сантиметра в самой толстой части, 19, точнее, миллиметров. Вот здесь потолще, здесь тоньше. Здесь толщина 18. Ой, 17. Не, 17 миллиметров. Ну, такое. Так. И ширина так приемлемая, вообще маленькая. 47 миллиметров. Супер. Экранчик размером
35 на 29. Вот так. Но это не важно уже все. Меньше, чем радиоскан. По толщине намного. Вот. Меньше. Намного реально. А по высоте, ну, на сантиметр выше. По толщине тоже тоньше. Немного, несущественно. Ну и тот по размерам все супер. Смотрим экран. Я выключу вам. Не, пусть будет вспышка. Смотреть со всех сторон. Здесь рифленое, все такое классное. Здесь похвалю. Оно приятно на ощупь для рук, такой антистресс. И не скользит. Здесь надписали сцинделляционный детектор. Вон внутри кристалл. Видите, вот этот длинный параллелепипед. Это кристалл цезиода, активированный талием. С какой-то стороны его, наверное, вот с этой находится кремниевый фотоэлектронный умножитель. Кремниевый ФЭО, как называют. То есть лавинный фотодиод. Дорогой, качественный. Так, вот, вот со всех сторон покажу. Так, еще раз внутри смотрите на кристалл. Он в термоусадку какую-то толстую обернут и залит с краю. Вот там я вижу силиконом, либо компаундом каким-то, или с эпоксидкой. Ну, скорее всего, горячим силиконом залили, чтобы он свет не попадал, черным причем. Вот качельку поднимаю, опускаю. Плавно двигается. Претензий у меня нет. Все отлично. С корпусом. Корпус отличный. Все супер. Вот. Ну, претензии какие? Например, Жене Соловьеву. Привет тебе, Жень. Ему не понравилось, я его обзор тоже смотрел, что кристалл открыт. Туда может попадать пыль, влага и так дальше. И вон плату видно. Оголенная плата. Вон детали на плате видно. Это да, это конечно минус, но для меня даже не это минус, это я могу решить этот вопрос. Ну, это конечно колхозный вариант, но все так делают. Берется вот такая стретч-пленка обычная, либо пищевая, и вот так вот обматываете прибор. И все. Сквозь нее экран видно, и ничего не пачкается, и внутрь влага и пыль не попадет. Заматывайте в пару слоев, и все отлично. Но это некрасиво, но так надо делать, чтобы не испачкать прибор. И этот, кстати, тоже не исключение. Здесь тоже можно испачкать слюду, и влага попадет туда внутрь, и через вот эти отверстия. То есть корпуса не герметичные, это минус, не додумались еще делать. Женя хотел пленочку внутри поставить, предлагал им, чтобы влага не попадала и пыль внутрь, грязь. Это да, потому что ходить надо с открытым всегда. Это я с ним согласен, но можно использовать стретч-пленку поверху весь экран. А мне что не нравится, это Женя Соловьев не сказал, мне не нравится то, что, как, объясните мне, какого фига кристалл так глубоко внутри? Смотрите, он на полтора сантиметра, внутри находится, вот так вот, вот здесь кристалл, а вот сантиметр пустого воздуха к решеткам, аж на сантиметр в глубину, это очень далеко, он слабое ничего не увидит, надо было его либо обрезать вот эти все решетки и наружу его достать, ну, если мерить им грибы, то надо кристалл положить вплотную прямо на грибы, ну, через стрейч-пленку, конечно, вот такую, ну, но не за сантиметр вглубь. Этот сантиметр очень сильно мешает измерить нормально продукты питания и все остальное. Слабые источники. Это недостаток. Я не люблю. В радиоскана та же проблема. Я тоже не люблю радиоскан за то, что очень глубоко счетчик Гейгера находится. Он в глубине. Вот видите, на сантиметр полтора в глубине. Этот на сантиметр я померил. Это мне не нравится. И то, что плата голая, она не залята лаком, я уверен, что там вот это все будет коротить, вон конденсаторы, это все, они сверху вряд ли покрыли лаком. И плюс в экран затечет вода, то есть оно не защищено, точно он умрет, если туда попадет капля воды, либо влажный воздух, и там конденсат образуется.
Это плохо. Надо было отделить плату герметично полностью от кристалла какой-то пластинкой, залить силиконом, чем угодно, заклеить плату отдельно от кристалла. А кристалл закрыть тоже можно пленочкой, как Женя Соловьев сказал. Можно сверху стрячь пленкой, вот термоусадка есть, можно еще какую-то тонкую пленку, чтобы через нее все проходило. Но высунуть его наружу, чтобы не сантиметр в глубине был втоплен, а хотя бы на пару миллиметров только. Чтобы можно было приложить кристаллом чем поближе к грибам, к источнику, чтобы мерять. Это мне, что уже не понравилось сразу, но я не сильно критикую, потому что больше плюсов, чем минусов. Больше достоинств у этого прибора, чем минусов. Вот так. Так, плату увидели. Все, он показал вам. Провода идут к лавинному фотодиоду CFL. И вот с этой стороны изолятор. Все понятно. Так, теперь здесь что? Вот есть кнопки, такие как у плееров айфона. Вот легко они нажимаются. И центральная. Все понятно. Правда, есть скрип. Сейчас покажу. Ну вот, он трясется. О, слышите его? Вот я трясу. Есть шат там такое. Ну, такое, наверное, продают китайцы эти. Как он называется? Джойстики. Но это без разницы. Тут я на это не жалуюсь. Это нормально. Есть люди, которые придерутся к этому. Мне по барабану. Мне главное, чтобы он эффективный был. Пусть там трясется. Так. Это не для звукозаписи какая-то штука, в которой скрипов не должно быть. Это нормально. Корпус мне нравится. Смотрите, обалденный корпус. Форму тоже они нарисовали, сами придумали. Здесь SE вот тоже написали. Все красиво. Значок вот завода Радекса. Все классно сделали. Молодцы. Здесь мне нравится это все. Дело. Претензий ноль. Пока что. Пока что. Вот, все вам покажу. Все успеете еще увидеть. Так, здесь пленочка еще на экране. Вот, как видите, ее потом можно содрать. И экран будет чистенький, без пузырьков вот этих воздуха мелких. Вот, но я еще не сдирал. Защитная пленка. Вот этот, вот справа это светодиод там. Вот его видно. Я сфокусировал. Там светодиод, наверное, разноцветный, скорее всего. И плату видно. Сделали такое вот отверстие прозрачное, чтобы он мигал. Но если честно, я здесь мне не нравится. Я бы сделал отверстие это больше и светодиод больше. Он слишком маленький, его плохо видно. И он ну, под углом он не видно его вообще. Вот так вот. Он слишком вот крошечный. Лучше бы сделали большую такую дырку и большой туда светодиод программируемый поставили разноцветный. Это мне не нравится. Ну, лучше, ну, вообще хорошо, что он есть, чем бы его не было вообще. Дальше, переходим к экрану. Экран вот под углами видно. Сверху вообще отлично видно. Вот так видно. Есть мерцание чуть-чуть, вот такие идут мерцания на камеру, вы их сейчас видите, но они только на камеру, в жизни глаза их увидеть не могут. Это все фигня. Дальше, выключу вспышку, чтобы вы видели. Вот, нормальная яркость у него, мне нравится, и днем, и ночью хорошо видно. Ну как, на солнце плохо видно, вот у радиоскана, радиоскан еще более яркий. Более насыщенный цвет. И подсветка сильнее у радиоскана. Этот слабее. Вот. Да. Ну, нормально. Придраться не могу. Хорошо, что так. Зато заряд держит дольше, чем радиоскан. Вот. Тут придраться не могу. Лучше, чем бы его не было вообще. В этом фаста нет экрана. И это всем не нравится. Так, тут есть. Тут похвалю.
Я записывать не буду галочками достоинства, недостатки, что понравилось, что нет. Запоминайте или просмотрите еще раз видео. Это первое знакомство с прибором, можно сказать. Смотрим, здесь есть вправо-влево передвигаемся по таких закладках. Вот значок, вот эти лупа или увеличительное стекло, это поиск. И здесь у нас идет график, сразу раз в секунду ставится точка и измерение, сколько микрорентген в час, или можно поставить импульсы в секунду, сколько было в эту секунду. И мы на графике видим эти столбики. Удобно, классно и очень быстро измеряет. Они сильно прыгают, это нормально, так должно быть. Мне все нравится. И можно изменить микрорентгены в час это, или импульсы в секунду. Импульсы в минуту не знаю, или есть, потом посмотрю, вроде нет. Но если бы добавили, было бы хорошо. Дальше, гамма и бета. Это для измерения чисто бета-излучения, чтобы прибор отминусовал замер гамма плюс бета все вместе, отминусовал чисто гамма-фон и показал вам, сколько вот отдельно бетов они. Для этого нужно сдвигать крышку вверх и опускать вниз. Вот, подняли крышку, он нажалась там кнопка где-то крышкой, и он видит, что вы подняли. Нажмите кнопку ОК, нажимаем. И он начинает замерять, вот идет шкала горизонтальная, сколько осталось времени, замеряет гамма-фон с закрытой крышкой. Он замеряет и вверху показывает процент погрешности, вот падает, и измеряет, сколько гамма-фон. Дальше. Дальше он измерил, теперь просит опустите фильтр, опускаем, вот, хоп, опустили. Вот мы опустили его. Новое измерение. Нажмите ОК. Нажимаем ОК. И он измеряет. Сейчас начал пищать. Почему-то я не знаю, что это значит. Идет измерение бета-фона. А, сигнализация, наверное, включилась, потому пищит. У меня слишком маленький порог я поставил. Надо поднять, потому я пищал. И вот ждем, пока он измерит распады. Наверное, будет 0, потому что у меня здесь бета-излучения никакого нет. Есть только от плитки вот этой, но оно не долетает так высоко, как я руку держу. Должно показать 0. У меня здесь бета-излучение не летит на него. Никакого. Только вот природная гамма от планеты. Вот, ждем. Дольше бету меряет, чем гамму. Все, готов. Ноль. Ноль распадов на сантиметр квадратный в минуту. Вот, видите? Все написало, все четко. Так. Нажимаем ОК. И опять оно попросит поднимите фильтр. Так. Ага, просит опустить фильтр, ну то есть в режиме поиск должен быть фильтр опущен. Если его поднять, он не будет работать в поднятом состоянии. Ну и понятно, потому что вы закрыли и для бета все. Дальше, этот режим надо поднимать, наоборот, фильтр, чтобы замерить сначала гамму отдельно. По-другому он не разрешит, там кнопка нажимается, он не работает. Третий режим поднимем. Просит, чтобы был открыт фильтр. С поднятым он не работает. Надо открыть, чтобы он все мерил и бету, и гамму. Это основной режим измерения, наверное, с усреднением. Следующий, накопление дозы одного человека и другого. Так. Третий режим, это меню. Меню. И следующий, опять по кругу поехало, вот. Дальше есть еще, смотрите, кнопочка вниз. Если ее раз нажать, включается звук, щелчки. Щелчок на каждый влетевший гамма-квант, либо электрон в датчик. То есть либо бета-частицы, либо гамма-квант. Любая частица радиации, влетевшая в этот кристалл, дает звук. Выключить тоже, однократно нажать нижнюю клавишу. Вправо-влево передвигаются по закладкам, а клавиша вверх в любом меню
заходит в настройки, клавиша вверх. Или вот переключиться на вот эту шестеренку и нажать ОК. Тоже зайдете в настройки. Ну, она не нужна, надо, можно было эту шестеренку не рисовать. Это глупо, потому что в любом режиме я нажимаю, кроме вот этого, гамма-бета. В любом режиме нажимаю кнопку вверх и попадаю в настройки. Все понятно. Ну, вот переходим в настройки. Вот давайте так перейдем. Можно или так перейти на шестеренку и ОК, либо зайти в дозу и нажать кнопку вверх, либо зайти сюда, нажать кнопку вверх, либо зайти в режим поиска, нажать кнопку вверх. Тоже попадаете в настройки. В режиме вот это измерение беты кнопка вверх не работает. Все, заходим в настройки. Что мы видим? Есть вкладка настройки, есть журналы, спектр, поверка, информация. Давайте по информации посмотрим. Это серийный номер, версия прошивки и производителя данные. Вернуться назад, кнопка влево. Поверка, нажимаем ОК. Здесь пароль какой-то просит. Это пароль, я не знаю, поверка. Это на эталонных источниках калибровка дозиметра, что его показания имеют очень точное и значение и имеют законную силу. Или они что-то другое так назвали. Я могу здесь поставить какой-то пароль. Не знаю пока что. Почитаю инструкции. Ну, поставим 1000. Окей, жму. Ничего не произошло. Введите пароль 1000. Не знаю, зачем. Какой здесь пароль нужно вводить. Что-то они придумали. Поверку с паролем как-то связанным. Хорошо. Дальше. Спектр. Нажимаем спектр. И здесь вот спектр. Мы видим, это полноценный гамма-спектрометр. Это очень круто. В таком маленьком корпусе экране. Это набранный фон, который за последнее время набрался. Вот. Дальше мы не видим его изменения. Там очень маленькие изменения. Если зажать кнопку вниз, вот написано вниз, и оно обновится. Нажимаю один раз кнопку вниз, ничего не происходит. Надо зажать и удерживать. Зажал, удерживаю до сигнала, до писка. И начал набираться спектр заново. Вот набирается спектр. Это фоновый спектр планеты. Он так должен выглядеть. Это нормально. Вот, вот здесь цезий 137 будет, в этой точке, где этот треугольник показывает. Если здесь вырастет пик, и он будет отличаться от всего графика, будет обычно при аномальном фоне такая ровная горка, плавная. Если будут какие-то еще там бугры за длинное время набора, то в этой точке вот цезий 137, это срединные энергии. Все, что справа, там будут высокие энергии, например, калий 40, кобальт 60, а слева будут низкие энергии, там мериций 241 и радий и так далее. Ну вот, и вот ждем набор, он изменяется, как видите, и меряет. И он постоянно меряет, постоянно это все отображается. В нем есть еще Bluetooth, видите, сверху вот обозначается. Можно подключить к смартфону и посмотреть, как оно выглядит все на смартфоне. Я вам покажу это, да. Все, отсюда можем выходить кнопку и назад. Дальше журналы. Что в журналах? Журнал гаммы есть, журнал дозы и журнал бета. Все понятно. Журнал гаммы. Февраль. И показывает. Можно открыть и посмотреть. Вот так выглядит погрешность. Так. Ну, понятно. Все пронумеровано. Дата, время, секунды, часы, минуты. Так, что время? Мера, вот. Каждую минуту вижу. Журнал пишется. Журнал беты. Что у нас здесь? А это когда я запускаю измерение, оно все записывается в журнал. И журнал дозы тоже. User 1, пользователь 1, потому что есть два пользователя. Вот User 2.0.
какая накопленная доза, в какое время, все есть. Все записывается в журнал, отлично, все понятно. И дальше настройки. Основная вкладка, здесь много всего. Здесь есть сигналы, открываем. Звук можно включить, выключить полностью. Вибро включить, выключить. Хорошо, что вибраторы встроили в радиоскан. А нет вибратора. Вот это я вот ругаю радиоскан. Могли бы и встроить, там место есть. Так, длительность тревоги. Это выбираете свое предпочтение. Либо будет орать, пока не сядут батарейки, а вы не будете видеть или рядом вас. Я ставлю 2 минуты. Пусть орет максимум долго, но если я его забыл дома, чтобы он не разрядил батарейку в ноль, а писал все в журнал. То есть через 2 минуты выключится сигналка. За 2 минуты я успею, если я рядом, подойти к нему, ну, услышать. Или можете ставить любое время от 15 секунд. Дальше. Звуки вибра я всегда себе включаю. Здесь больше ничего нет. Пороги. Первый порог срабатывания сигналки. Можете включить, отключить его. И можете выставить, сколько вы хотите микрорентген. Вот, давайте поставим 13. Второй 30. Третий по дозе можете порог поставить, какой хотите. По бете тоже можете поставить сколько. Ну, один распад на сантиметр квадратный в минуту. Это уже есть, значит, есть бета-излучение. Значит, уже есть какой-то источник. Вот я себе поставил. Пусть будет один. Дальше. Доза. Пользователь дозы. Первый или второй выбираете. Можно, два человека может ходить. И отдельно считать будет. Вот здесь окей, выбираете. Активен. Так, сброс кнопкой. И сбросить дозу. Сброс кнопкой. Ставим галочку, чтобы могли там сбросить. Ну, я не ставлю. Мне не надо сбрасывать. Дальше, здесь все понятно, параметры. Время и дата. Ну, сами выставите. Часы, минуты, день, месяц, год. Нормально сделали, молодцы. Единицы измерения. Ставите, какие хотите. Вот это молодцы. Я всегда просил всех, добавьте ЦПМ, импульсы в минуту. Просил, чтобы в радиоскане это сделали. Но они не слышат. Здесь сделали, молодцы. Есть импульсы в минуту. Есть импульсов в секунду, сколько влетает в счетчик. Есть микрорентгены в час, есть микрозиверты. Пусть будет пока в микрорентгенах, для всех привычно. Но вот этим всем, кроме микрозивертов, я пользуюсь очень-очень много. Отключение дисплея. Я себе ставлю через 10 минут, потому что, ну, я хожу, смотрю долго на экран. Здесь нет такой функции, чтобы он никогда не отключался. Вот. Но это и хорошо, потому что если он никогда не отключится, вы забудете выключить, он разрядится и все. А так он выключится через 10 минут и будет все в журнал записывать. Если будет превышение, вы его в журнале увидите. Это хорошо. А в радискане есть такая функция, чтобы никогда не отключался. Ну, могли и добавить, в принципе. В будущем, может, и добавят. Может, кому-то это надо. Так, чтобы никогда не отключался экран. Вид погрешности. Есть не показывать, относительное, абсолютное. Ну, пусть будет относительное. Я там очень долго не хочу мерять. У меня времени нет. Вот. Пусть будет относительная, примерная погрешность. Вы себе можете ставить, какую хотите. Период поиска. Как часто будет обнуляться? 1 секунда или 2, 3? Вот. Я ставлю 1. Конечно, мне ж надо, ну, максимальную скорость. Это как в режиме поиска он будет работать. Я хочу, чтобы максимум быстро. Дальше, Bluetooth. Включаете или выключаете его? Я включаю, я пользуюсь смартфоном. Все на смартфоне вижу, пусть будет. Но если хотите экономить батарейку, то выключайте. И настройки по умолчанию. Можете нажать, и все у вас собьется. Или заводские восстановить, и тогда он будет как с магазина при первом включении. Все удалится. Выходим отсюда, все понятно, все сделали, я вам показал все полностью меню, все меню показал. Давайте зайдем в спектр, что там он набрал, вот набрал, вот спектр фона нормальный, вот такой, естественный. Так, вверху мы видим значок Bluetooth, батарейки, сколько времени, часов, это вибрация включена, звук включен, и слева, что значило вот это?
история, журнал записывается, наверное. Или что эти точечки значат на инструкции. Надо посмотреть. Мы уже смотрели, я что-то не сразу понял, что это за точечки. Сейчас гляну. Сохранение истории изменений. Да, или пишется журнал, или не пишется. Так, ну все, давайте вот 11 микрорентген в час сейчас. Вот так вот скачет оно. И среднее вот 11. Нормальный фон. У меня на 13 я поставил. На 13 микрорентген. Ну давайте сигнализацию тогда поставлю на 12. Потому что я хочу видеть мельчайшее превышение. Вот. На 12. Все. Все. Будет 12, он заорет. Показал вам его. И теперь давайте сравнивать, тестировать на источниках. Так. Для начала, ну давайте, давайте посмотрим, как он работает. Познакомлю я вас с одним другом, который мне обеспечивает безопасность в доме. Новый дружок такой, называется он, я сам не знаю, как называется, кто его делает. А, ну сейчас покажу. Датчик дыма. Вот, профессиональный. Его особенность в том, что у него не оптическая технология, а инъекционная камера. Она намного чувствительнее. Сейчас продемонстрирую. И намного лучше. Он защищает от дыма. Это можете весить куда хотите. Вот есть значок SE. Короче, мне понравился качественный. Вот здесь значок вот радиации есть. Можете почитать на английском, что написано здесь. Сейчас мы его включим. И вот есть тоже информация. Читайте, кому нужно. Какая модель, как он называется. Вот так. Made in чего? Что это за страна такая? Ингланд, Англия или что? Нет. Ирланд. Что это такое? Я, конечно, неправильно прочитал, но я не знаю, что это за страна, хотя география хорошо знаю. Такой страны не знаю. Ирландия или что? Ну ладно, потом разберемся. Просто английский я плохо знаю. Так. Вот здесь еще такая информация есть, написано прямо на пластике, выдавлено вот эта кнопка такая. И сюда крона помещается. Вот здесь написано, вот здесь есть информация. И вот так он выглядит. И вот здесь, смотрите. Вот, сколько там кюри, микро кюри, сколько америция 241 пластика выдавлено даже. И 33 килобекереля. Вот, активность. То есть, можно сказать, это эталонный контрольный источник с известной активностью. Здесь написано 33 килобекереля. И в кюри тоже 0,9 микро. Ну, это я потом разберусь, я просто прочитал, я не вникал в это все. Полипропиленовый пластик, он значок. Вот такой датчик. От него идет слабое, мягкое гамма-излучение с линиями энергии 60 килоэлектрон-вольт. Питается он от кроны обычной. Вот здесь видите решетки, чтобы дым заходил. Он детектирует только дым. Вот. Вот написано, видите. Для дома. Home. Так. Давайте его включим, покажу вам. И вот там внутри, вон видно, может и не видно, источник радиации. Он безопасный, защищен полностью металлом. Он, вы им не можете испачкаться и как-то повредиться, это не получится. Так что полностью безопасный он. А здесь вот такой вот громкоговоритель, а там стоит зуммер пьезокерамический, я так думаю, наверное, вот здесь. Вот, подсоединяем крону. Запищал.
Вот, она удобно вот здесь садится и можно закрывать. Ну, давайте я покажу, как он работает, чтобы вы понимали. Вот, есть дым, конечно. Да, он весь вверх пошел, а не на датчик, так что не актуально. О, уже пикнул. Ну, он так и попискивает, иногда просто показывает, что он работает. Вот. Ну вот, попал дым и такой громкий, ужасный писк. Так, выключить, наверное, его не получится. Надо ждать, пока перестанет он орать. Ну, давайте еще раз проведем такой тест. Да, кнопки сброса здесь нет. Он будет орать, пока дым не исчезнет. Это хорошо. В принципе, это ваша безопасность, защита. Ну, работает он классно. От мельчайших атомов дыма он сразу срабатывает. Давайте его замерим нашим обсидианом с открытой крышкой. Увидит он что-то или нет. Вот у нас 11 было микрорентген, уже 12. Сразу поднялся уровень. Уже 23 микрорентгена в час, видите? То есть видит он. Гамма-фон от америция 241 он видит. Энергия этих гамма-квантов 60 килоэлектрон-вольт. То есть мягкое гамма-излучение. Показывает превышенный фон. Вот, сигнализирует, вибрирует. Давайте перейдем в режим поиска. Вот как это выглядит. Убираю. Вот уже падает уровень. А, он будет орать 2 минуты, так как я поставил. Надо нажать кнопку. Тогда он умолкнет. Вот. Фон упал. Видите, на графике подношу опять. Смотрите на режим поиска, как он работает. Все видно на графике, очень это наглядно и хорошо видно. Прекрасно. Убираю. Все чудесно. Быстро подношу, быстро убираю. Вот был резкий скачок. Все нормально, быстро он детектирует, ну, со скоростью света, потому что это светится кристалл, там сцинтиллятор. Все понятно. Теперь слушайте щелчки. Это естественный фон нормальный. Подношу источник. Ну, сигналка нас сбивает, надо ее отключить, чтобы мы слышали щелчки. Сейчас, секундочку, я ее отключу. Вот, слышим щелчки, подношу, и слышим, как они участились. Все прекрасно слышно, все понятно. Убираю датчик дыма. Ну, щелчки редкие. Все понятно. Опять подношу.
Да, очень хорошо слышно очищение щелчком. Все, вот убираю. Смотрим, как здесь изменяются показания. Вот 6,9. Погрешность падает, подношу. Ну, здесь медленно поднимаются показания, потому что здесь усреднение идет за последних там минуту или сколько последних секунд или пару минут. Это идет усреднение. И падают показания тоже медленно. Видите, я уже убрал датчик, а до сих пор держится 20 микрорентген. Этот режим посередине, вот этот суммирование, значок сигма, греческая буква или как, она пишет среднеарифметически за последнее какое-то время. Ну, например, 2 минуты последних или там 20 секунд последних. Не знаю, сколько они поставили, они не сказали. Ну, то есть это суммируется за последних несколько минут. Все показания разделяются на секунды все и показывается, сколько вот в среднем. То есть значок суммирования и среднеарифметическое показывается. А здесь вот реальные цифры. Каждую секунду сколько вот частиц влетело в счетчик и в микрорентгены. Микрорентгены в час показывают. Вот. Ну вот так работает. Все отлично. Теперь давайте радиосканом посмотрим. Включаем, ну, сигнализация стоит сейчас у нас вроде. Вот режим гамма. Проверяем. Подносим датчик дыма. Ничего он его не видит. Ну, видите. В таком вот в режиме гамма вот так вот не видит вообще. В упор с открытой крышкой. Реально не видит радиоскан. Переключаемся, ну, обнулим. А не, вот сам обнулил, мы дождались. Ну, долго я ждал. Он сам обнулился и вот уже видит. Да, показывает. 60 микрорентген в час. Примерно так. Включим, сейчас включу щелчки. Посмотрим, будет ли слышно по щелчкам. Так. Сигналы. Светодиод включим и щелчки включим. Так, переходим в режим поиска. Слышим, вот это нормальный фон, такие щелчки подносим. Увеличили, слышно, все, видит, вот. И по светодиоду, и по щелчкам слышно все. В режиме поиск видит, но в режиме поиск нет сигнализации. Это недостаток радиоскана, я всем говорил. В режиме поиск они не сделали сигнализации. Вы никогда не услышите, если хотите быстро измерять свое измерение фона. Надо вам смотреть на экран, чтобы понимать, что происходит. По-другому невозможно. Есть сигнализация здесь только в режиме вот этом, гаммы. Ну, фон, знаете, здесь там 11-14 микрорентген. Вот. Замеряем, прям обнулим. Вот обнулю. И замеряем датчик. Ну, 50 микрорентген в час примерно показывает. Так, звук я отключил. Сигналку можно включить, просто сейчас я ее не включаю, зачем она. Вот, ну, он с запозданием это видит. Ну, давайте я вам покажу. Ну, здесь сигналка в обсидиане, видели, как работает, смотрите. Подношу.
А, я отключил. Извиняюсь. Включим настройки порог. Включили. Вот. Ну, подождем. Так. Ну, 13 фон. Ну, видите, это радискан плитку мы его уже видит. Так, выключим у него пока звук. Так, надо порог 14 ставить, потому что у меня здесь 13 даже. Есть, все, сейчас поставим 14, все. Вот, 13 микрорентген, все нормально. Смотрим, как он среагирует, даже 12. Подношу, ждем, секунда, 2, 3, ну давай. Сработал, через 3-4 секунды. Убираем его, теперь... Радиоскан. Проверяем. Поставим ему тоже сигнализацию. Найдем. Режимы гамма. Сколько ему поставим сигнализацию? Ну, пусть будет 17 микрорентген в час. Чуть больше, чем... Ну, давайте даже 16. Ему упростим задачу. Все. Пусть замеряет, сколько сейчас. Мы еще раз вот обсидианом померяем. Вот 12 микрорентген, сигналка на 14 стоит. Так, раз, секунда, 2, 3, 4. Ну, 4 секунды ему надо, чтобы увидеть этот датчик вплотную и сработать. Вот, она... В режиме поиска на графике 1, 2, ну, 3 секунды, 3-4 секунды. Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4. Так, я что, звук выключил или что? Ну да. А по щелчкам слышно, конечно, сразу. Вот. Тихо, редкие щелчки подношу. По щелчкам то сразу слышно. Там щелчком намного больше импульсов в секунду, чем у радиоскана. А в этом режиме вот, 13 подношу. 1. Ну, иногда за секунду, иногда за 3 срабатывает. По-разному бывает. Ну, 14 подношу. От секунды до 3. В радиоскан проверяем. Вот, 14 микрорентген, сигнализацию поставил на сколько? Давайте глянем. На 16. То есть на 1 микрорентген больше уже должен сработать. Проверяем. А, я звук отключил. Еще раз обнулим. Ну, давайте по щелчкам радиоскана послушаем. Щелчков меньше у него. Слышите, очень мало щелчков. Найти этот источник по щелчкам будет сложно. Потому что щелчков импульсов в секунду намного меньше, чем там в кристалле.
Вот пусть пока опять замеряет фон, чтобы мы посмотрели, за сколько секунд сработает сигналка на источник. Вот так. То есть у Radex Obsidian лучше всего по звуку, по вот этим щелчкам определяться. Вот поднес, затрещало, значит, все понятно уже. Так, либо по графику. В общем, мне нравится режим поиски. То, что в режиме поиска есть сигнализация, мне очень нравится. Вот я подношу. Так, вот смотрим, вот фон нашего радиоскана, слишком большой показывает. В общем, радиосканом проблематично. Щелчков меньше намного в секунду. По щелчкам определить очень сложно такое превышение этого датчика. Сигналка тоже, она с опозданием сработает. Тут, конечно же, выигрывает конкретно в датчике дыма по гамме кристалл, потому что там гамма. Но по бете и по альфе, конечно же, радиоскан выиграет. Так, эксперименты с этим датчиком все закончили. Здесь понятно, здесь король, обсидиан, любой сцинтилляторный прибор. Вот, но, как заверяет производитель, что он отлично видит бета-излучение. Сейчас мы это и проверим. У нас есть для беты вот. Есть рюмочка из царского стекла и есть хрустальное такое блюдце толстое. И есть плитка кафельная, вот эта. Она тоже бетой фонит. Давайте начнем с самого мощного источника. Вот этой рюмочки. Берем радиоскан. Да, в режиме гамма пусть будет. Подносим вот так вот. Слышим по щелчкам. Даже слышно по щелчкам увеличилось. Сам обнулился уже. И вот показывает нам 100 микрорентген в час. Ну, сработал не сразу, конечно. Вот 100. 100 стабильно. Убираю. Обнулим показания. Пока что давайте в режим поиск перейдем. Так, слышим по щелчкам, слушаем. Вот природный фон, естественно, нормальный. Ну, он так будет поскакивать до 40, до 50, от 0 до 50, это нормально. Это режим поиска радиосканом. По щелчкам вот слышно, это нормальный фон. Подношу. Вот уже по щелчкам слышно явно превышение. Четко он регистрирует бета-излучение от этой рюмочки. Вот, сигнализации в режиме поиска нет, но так все прекрасно слышно и видно. Теперь переходим в режим гамма. Сигнализации я больше поставлю. Потому что будут ложные срабатывания. Поставим 19 микрорентген, так как в жизни. Потому что иногда к 19 подскакивает фоновая радиация планеты.
дождемся погрешности меньше. Так, убрал я рюмку, чтобы он здесь сканер не нервничал. Надо обнулить еще раз. Была рядом рюмка. Положить на плитку не могу, потому что плитка фонит больше 20 микрорентген и ничего не получится. Ну, так. Ждем, пока упадет погрешность и будет меньше 19. Ну вот, все, наконец. Все, естественный фон. Подносим рюмочку, смотрим, за сколько секунд он ее увидит. Так, один. Ну, за 2 секунды уже видит эту рюмочку. Вот уже 30. Вот, обнулил показания, уже больше 100. То есть отлично видит, потому что здесь ледяной счетчик, это понятно. Это и понятно. Теперь пробуем обсидианом. Так, сколько у нас там, 10. Также прикладываем все честные условия. Вот так весь счетчик, тоже весь кристалл я перекрыл вот так вот этой рюмочкой. Смотрим на график поиски. Что-то изменилось? Вроде нет. Ничего не изменилось. Он ее не видит. Переходим в режим усреднения. Он ее не видит. В таком вот положении, как радиоскан точно. Ну, что-то вот поднялся на 1 микрорентген. Чуть-чуть увидел. Ну, что-то проскакивает там, но редко. Вот проскочило, вот пару частиц было бета, и он что-то там увидел, но сигналка еще не срабатывает. Вот 1 микрорентген больше, меньше, скачет. То есть он так сильно и хорошо не видит эту рюмку, как радиоскан. С ледяной счетчик лучше видит бета излучение от этой рюмочки, чем кристалл. Кристалл его еле-еле незначительно вот видит. Понятно, при равных условиях. Вот уже 13, ну уже долго, уже полминуты жду. Долго очень жду, смотрим на график, здесь обычный фон, никаких там происшествий. Раз в полминуты где-то проскочит что-то там. Ну вот 13, вот в таких же условиях, с открытым фильтром, обсидиан, эту рюмку. О, уже 14. Видит. Повышаются показания. Ну, долго надо ждать. С ледяной счетчик быстрее реагирует. Быстрее. Ну, поднимется хоть до 15 или нет. Ну, о, поднялся. О, наконец, до 14 поднялся. Сработала сигналка. 15. Поднялся. Все, понятно. Хорошо. Видит он. Видит он эту рюмочку, но долго я ждал, намного дольше, чем с ледяной счетчик. Понятно, хорошо, по щелчкам теперь слушаем. Вот обычный фон. И смотрите на графике поиска наглядно, чтобы вам было. Так, звук радиоскана я выключил. Вот так вот трещит обычный фон планеты. Подношу рюмочку в том же положении, как к радиоскану. Не сильно изменилось, почти нет изменений, вообще нет. Так как трещало, так и трещит, вообще реакции ноль. То есть стекло вот такое, он
может увидеть, но не моментально. В режиме поиск никогда он его не увидит. Только надо приложить и тупо ждать одну минуту. Приложить и ждать одну минуту, пока сработает сигналка. По-другому невозможно. О, вообще упал фон. 9 микрорентген. Что это такое? В общем, плохо он видит. Да? По сравнению со слюдяными счетчиками Гейгера, он очень плохо видит бета-излучение. Зато гамма-излучение он видит намного лучше, чем слюдяные счетчики. Ну, это и понятно, потому что это кристалл. В общем, то, что он видит бета-излучение, это был просто маркетинговый ход. Это мое личное мнение. Мне не нравится, как он меряет бета-излучение. Лично я никогда им не буду мерять бета-излучение, потому что, ну, вы только что видели, как я легко нашел эту рюмку с слюдяным счетчиком, и как я вообще не могу определить, фонит она или не фонит, с кристаллом. То есть кристаллы плохо очень видят бету. Они ее видят, но им для этого несколько минут надо, чтобы измерить. Несколько минут. Вот повышается, ну прошло 1-2 минуты проходит, тогда он только показывает мизерное превышение. По щелчкам ничего не слышно, вот как фон, так и рюмка одинаково. Все понятно, это я и хотел знать, это мне было и интересно. Так, хорошо, теперь давайте хрусталь проверим. А, ну, вообще правильно проверять в режиме, давайте измерим в режиме бета, измерим радиацию. Надо поднять фильтр, нажать ОК. Вот он сейчас измеряет гамма-фон окружающий. Сейчас попробуем. Ну, то есть для этого вот тоже он на это тратит где-то одну минуту. На измерение гамма, потом измерение бета и выдает результат. Мы тратим минуту. Радиоскан на это тратит 2-3 секунды и сразу уже показывает, есть бета-излучение или нет. Потому теперь опускаем фильтр, оно просит, опустили, прикладываем рюмку в том же положении, она полностью, кстати, закрывает вот все вот эти, видите, отверстия, то есть честный тест, так же как в радиоскана. И вот он меряет. Меряет и сравнивает с гаммафоном частицы. То есть понятно, если я иду по рынке, по барахолке, я хочу определить, или посуда излучает бета-радиацию или нет, или это настоящий хрусталь, или урановое стекло, либо это обычное стекло, мне потребуется потратить вот минуту времени, вот так как я сейчас делаю. Ну, посмотрим, что он намеряет. Намерил 81 распад на сантиметр квадратный в минуту. Много. Ну, я так скажу, видит он ее, измерить он ее может, измеряет он ее хорошо и правильно. 81 распад на сантиметр квадратный в минуту. Но, чтобы ее быстро найти, например, на рынке на барахолку, вы им не найдете. Это невозможно. Он не умеет быстро ее найти. А вот измерить, сколько там вот распадов, за 1-2 минуты можно измерить и очень точно. Я вот 81 распад, теперь радиосканом я то же самое сейчас сделаю. Заходим в измерение бета. Вот, запускаем измерение. Рюмку уберем пока. А, ну тут, ну здесь долго надо ждать.
Реально надо ждать долго, там пока не будет 20% погрешности, у меня нет времени. Ну, неважно, он в режиме поиска и в режиме гамма хорошо находит эту рюмку. Сколько в распадах, то будет так же самое, потому что в Радекс добавили энергокомпенсацию. Потому... Я уверен, что совпадут у не, будут совпадать и распады на сантиметр квадратный в минуту. Так, теперь по спектрам переходим. Спектры, как знаете, только в настройках находятся. Вот, даже если мы обнулим и начнем запускать, конечно же, он не увидит никакого спектра урана в этой рюмочке. Можем даже подождать. Ничего он не увидит, потому что гамма от этой рюмки мизерная, ее только видно в свинцовом домике. Это понятно. Но датчик дыма он, возможно, должен увидеть. Вот, проверим сейчас. Это очень слабый, конечно, датчик дыма. Вот, сильные источники, то этот спектрометр точно покажет и хорошо. А увидим, насколько хорошо покажет слабый. О, как я вижу, показывает. Ну, подождем набора. Да, видите, сразу выросла скала такая большая. В самом низу низких энергий. Это на 60 килоэлектрон вольт. А все остальное такое маленькое стало. Да, это показатель, что это америций 241. Все это поймут, легко понять то, что вот с самого лева, в самом краю оси X низкие энергии, 60 килоэлектронвольт. Вот оно выросло. Вот выше, смотрите, желтая линия даже выше оси Y прям достает уже до этого значка, вот громкоговорителя, что звук включен. Да, вот смотрите, видит, спектрометр работает, все отлично. Ради этого спектрометра все и хотят, что когда есть радиация, когда есть сильная, то спектр покажет, можно по спектру понять, что этот фонит именно, какой именно изотоп конкретно. А изотопов есть много, сотни. Вот. Вот так выглядит спектр датчика дыма америция 241. Теперь обнуляю и показываю, как выглядит спектр обычного фона. Вот набирается обычный фон. Вот так он по всей шкале до цезия равномерно. Подношу датчик дыма. Смотрим, как все это уменьшилось и растет вверх. Пик на 60 килоэлектронвольт. Отлично работает спектрометр. Супер. Супер. Даже на слабый источник дыма. Сколько он там? Нет, на мизер вообще. Он пока спектрометр отлично работает. Молодцы. Хвалю за это. Тут молодцы. Вот, вот набирается обычный фон планеты. Равномерно. Вот пошло. Все. Если быстро поднесу датчик дыма. Вот, начнется по-другому набираться. Вот, подношу. Сразу полетела вверх скала слева. Все остальное масштабируется автоматически вниз. Потому что намного больше сейчас фонит этот датчик дыма. Все понятно. Вот, и это при 23 микрорентгенах в час. При таком мизерном фоне даже. Вот, 23 микрорентгена в час. Спектрометр работает отлично. Я представляю, как при больших дозах радиации, вот при 21 микрорентгену, 21-23, уже работает спектрометр идеально, я бы сказал. Так что при больших дозах спектрометр будет работать отлично, просто вообще супер. Так что... Тут я
Тут я только похвалить могу. Это зачет большой. Радексу спектрометр они сделали хорошо. Отображение спектра четко. Мне нравится. Можно определить по эскизам, это низкие энергии или средние, или высокие. И даже конкретно понять, какие изотопы. Вот, если там не сильный коктейль, не сильно смешано. Вот, в будущем, может, они даже будут подписывать, где америций 241, где уран, где торий, где радий, где калий, будут, думаю, подписывать. Сейчас пока что можно просто смотреть по шкале самому и по пикам, по эскизам определять. Но это несложно. Для меня так вообще. Так что спектрометр рабочий, зачет здесь ставлю. Вот что-что он не видит. Бета-излучение я им никогда не буду мерять. Он тупой, слепой к бета-излучению. Он не видит вот эту рюмку мою. Смотрите, зеленую. Смотрите, как радиоскан ее видит. Вот я прикладываю. Ждем. 0, 1, 2, 3 секунды. Он уже сам обнулился. 4, 5, все, на 5 секунд, через 5 секунд он уже выдает результат, аж больше 100 микрорентген в час. А смотрите, я этот что, прикладываю. Раз, два, три, четыре, пять, все бесполезно, надо ждать реально минуту. Через минуту или 2 минуты он покажет, да, он покажет четко, сколько распадом, сколько бета летит. Но для, ну, в этом режиме никогда не покажет. В режиме поиска тоже вы не увидите вообще никогда. А вот только в этом режиме. Вот. Режиме, когда отминусовывает гамму и показывает конкретно, сколько бета летит. Но на это надо потратить ровно минуту. Примерно. Ну, я уже проводил это. Можете посмотреть по секундам на видео, как идут, сколько потратил я время на это. Чтобы он определил по распадам. Теперь смотрите... Хрусталь. Какой у меня обалденный. Так. Ставим радиоскан и обнуляем его. Посмотрим, насколько фонит вот этот хрусталь. Ну, вплотную вот сюда прикладно. Вот так. От хрусталя идет только бета-излучение. Ну вот, радиоскан, его 33 микрорентгена в час, честных. Ну ладно, 29-30. Сейчас увидим. Так, погрешный 41%. Дождемся, пока успокоятся показания, усреднятся. Я еще раз обнулю, кстати. Вот. По щелчкам тут не понять, они редко проскакивают, потому что хрусталь очень слабый. От него гамма тоже есть, но ее дозиметры не видят, это невозможно. Ее видят только в свинцовом домике большие кристаллы. Даже этот кристалл гамму от хрусталя видеть не будет. То есть только бета от него летит, слабая бета от калия 40. Ее видят дозиметры. Ну вот, сигналка срабатывает на радиоскане, все отлично. Показывает 25, стабильных 25 микрорентген в час. Фонит этот хрусталь. При фоне здесь вокруг, ну, 13 микрорентген. Больше, чем в 2 раза превышение. Он даже 29. То есть четко радиоскан, с ледяной счетчик любой, четко видит хрусталь. Отлично видит. Теперь проверяем. Рядом поставим радекс со снятым фильтром. Тоже вплотную вот к этой стенке подсунем. Смотрим на поиск. Режим поиска. Ничего он не видит. Никаких превышений. Ничего. Здесь вот остановился и четко вот 28 микрорентген лупит. Здесь смотрим. Реакции 0. То есть бета-излучение радекс видит очень плохо. Ну, то, не, он находит его плохо. В режиме поиск быстро найти, быстро определить его невозможно. Но измеряет он его точно. Если мы зайдем в режим вот этот, альфа и бета, он попросит, поднимите фильтр, мы поднимем. Вот так воздух даже. Окей, пусть измеряет вот гамму с закрытой крышкой.
пусть замеряет. Подождем. Ну, на это надо потратить там минуту, наверное. Может, чуть меньше. Ну, сами засеките, сколько я вот трачу время на вот этот режим измерения со сдвигом крышки. Все, дальше просят опустить сейчас. Все, опускаем. Ставим на хрусталь. Это представьте, что мы на барахолке покупаем хрусталь. Хотим понять, настоящий хрусталь, настоящий должен фонить радиацией бетой, или подделка, то есть простое стекло. Вот, идет замер. Так, радискан четко стабильный, 27 микрорентген в час показывает от этого хрусталя. Вот, обсидиан меряет. Ну, то есть одну минуту надо потратить на измерение. А найти быстрее, чем за минуту, определить бета-излучение невозможно. Так, ну что, давай уже быстрее меряй. Вот, доходят уже показания. Так, ну что ж, сколько? Ноль. Вообще не увидел. Вообще не увидел хрусталя. Обсидиан этот. Давайте еще раз. Поднимаем фильтр. Нажимаем ОК. Что за дела? Вот, засечем. Так, 20 секунд сейчас на видео идет. Час, 31 минута, 20 секунд мы начали измерение. Радиоскан четко 30 микрорентген показывает от хрусталя, а обсидиан ничего не показывает. То есть бета-излучение слабое, та и сильное обсидиан не будет видеть. Так как и все кристаллы. Атомфаз тоже не видит бета-излучение. Им найти бета-излучение невозможно. Опускаем фильтр, вот просит. Ставим, опять нажимаем. И ждем. Ну все, вердикт таков, вы поняли. То есть альфа-излучение и бета-излучение. Радексом обсидиан. О, сработала у него сигналка. Обсидиана. Почему-то сейчас поймем. Вот. Бета-излучение и альфа радемского обсидиана лучше не искать, вы ничего не найдете. Измерить можно только бета-излучение. Альфа невозможно измерить. Бету можно, но для этого надо потратить 2 минуты. Вот я засек, сколько мы потратили уже. Уже прошла минута и 30 секунд ровно. Так, ну, закончилось измерение. Закончилось. 15 распадов показало. Так, прошло минута и 40 секунд. Он замерял. То есть почти 2 минуты. Почти 2 минуты он замерял. Показал 15 распадов. Вот, он их увидел откуда-то. А так в режиме поиск и здесь он вообще не видит. Только вот в этом режиме. Ну, первый раз показал нули, а второй раз показал вот. Попробуем еще раз. А то непонятно. Ну, я и так для себя решил. Я точно бета-излучение никогда не буду искать радексом обсидиан. Я его просто не найду. Измерять я его иногда буду, если у меня под рукой не будет следного датчика. Но мне придется потратить 2 минуты ровно на одну вещь, чтобы измерять, фонит она бета или нет. По-другому невозможно. Потому как бета-измеритель я его забраковываю. Он плохой. Лучше для этих целей любой слюдяной счетчик купить. Любой абсолютно. Неважно. Главное, счетчик слюдяной был. А дозиметру можете любому подключить. Можете к Белле подключить, к Синтексу, к чему угодно. Ну, Беллу не советую, она плохая. Ну, должен быть слюдяной счетчик. А кристаллами мерить бету или искать бету
Это время много тратите. Ну, если честно, я удивился. Он измерил ее. Он четко измеряет распады на сантиметр квадратный в минуту, но для этого ему надо 2 минуты времени. Но это правда, он может это сделать. Для меня это новинка, это классно. Они молодцы, что они это достигли, сделали. Ну, жалко, печально, что в режиме во всех режимах найти бета-источник невозможно. Его можно только измерить, если приложить и ждать 2 минуты. Быстрее 2 минут не получится найти бета-источник. Так, вот, теперь уже 35 распадов на сантиметр квадратный в минуту. Все четко, он видит, значит, этот хрусталь. Теперь попробуем и замерим здесь, подальше от хрусталя. Вот. А, ну пусть меряет. Смотрите, еще есть источник последний. Это кафельная плитка. Она фонит по бете. Давайте замерим сколько. Обнуляем и ждем в этой точке. Вот здесь. И замеряем радиосканом. Насколько будет фонить эта плиточка наша. О, фонит. 22 микрорентгена. Выключу звук. Подождем, посмотрим, сколько вот она фонит. Эта плитка у меня фонит выше фона примерно в 2 раза. Ну вот, 21 микрорентген в час. По бете. Теперь мне интересно, увидит ли это бета-излучение обсидиан. Это последний мой будет тест, вопрос, и мы будем знать, как использовать, как не использовать радикас обсидиан. Вот стабильных 20 микрорентген, как видите. О, откуда-то увидел аж 156 распадов. Не знаю даже откуда. Плитка настолько не должна фонить. Чехол тоже у меня не фонит. Странно. Чехол точно не. Не, чехол у меня не фонит. Это так на плитку он реагирует. Сейчас посмотрим. Так, ну вот, плитка мы знаем точно. Эталонные показания 20 микрорентген. Вот этого. Ставим вот в режиме вот таком поиска. Рядом обсидиана, то же самое место. И смотрим. Он нифига не видит плитку вообще. В поиске тоже не видит эту плитку. Радискан стабильно показывает 20 микрорентген от этой плитки. Обсидиан не видит ничего. То есть найти так невозможно. Надо только заходить в этот режим сравнения, поднимать фильтр, замерять. Вот, замеряем все, ждем. Пробуем увидеть ли, ну, сможем мы за 2 минуты измерить эту плитку или нет. Или он вообще ее не увидит. Все остальное бета-излучение обсидиан осилил, он измерил и точно достаточно, потому что у него энергокомпенсация есть. Но быстрее, чем за 2 минуты, найти невозможно обсидианом никакое бета-излучение. Вот, пусть меряет. Вот здесь уже показания впали. Может, этот участок плитки более-менее стабилен, либо погрешность упала сильно. Но все равно повышение хорошо видно, вон аж 18 микрорентген час. При фоновых 11, 10, 11. Здесь по воздуху у меня в доме. Ну, ждем 2 минуты. Ровно 2 минуты меряет Радекс Обсидиан. Я засек это все дело. 2 минуты надо ждать, пока он
измеряет гамму, а потом измеряет еще раз бету. Так, закончил мерить гамму, а уже бету. Есть 67 распадов. 67 распадов он увидел от этой плиточки. Запускаем заново. Еще, чтобы убедиться точно. То есть 2 минуты ему надо для беты. Все понятно. Видит он всю бету и кафельную плитку, и хрусталь он видит. Все хрустальные вазы и все. И разные урановые стекла он видит, но ему для этого надо 2 минуты. Быстрее он не умеет. Это невозможно вообще. Только 2 минуты. А слюдяной счетчик видит за 1-2 секунды уже. Такие бета-источники разные. Еще раз проверим, вот точно ли он эту плитку видел второй раз. И третий раз мы проверим на высоте. Поставим вот так высоко над плиткой. Вот, поставим скотч, поставим коробочку высоко и вот так в воздухе измеряем. Даже еще выше поставим. Возьмем вот так, вот так и вот так. Максимум высоту поднимем. О, ноль. А этого раза ноль показал, видите? То есть плитку он не видит. Для него она слишком слабая. Слишком слабая. Все, показал ноль. То же самое провели. Радиоскан ноль никогда не показывает. У него... Ну, то есть через раз, видите, срабатывает. Через раз. То есть плитку раз видит, раз не видит. Ну, еще раз проведу этот замер. С радиосканом такой лажи нет. Он постоянно вот стабильных 18 микрорентген показывает. Это при погрешности 15%. Когда погрешность была 20-30%, то было стабильных 20 микрорентген. Поставим радиоскан вот вверху, обнулим и посмотрим, сколько он покажет. Фона в воздухе на высоте над плиткой. Сколько здесь у нас? 24 сантиметра высота над плиткой. Сейчас мы меряем дальше обсидианом еще. Вот. Радиоскан. Ну, ждем, пока погрешность до 30% хотя бы упадет. Видим, фон уже ниже, чем на плитке, потому что плитка фонит сильно, в 2 раза выше фона. Поднес на 24 сантиметра над плиткой радиоскан. Он уже показывает фон 14 микрорентген и падает еще. Еще упадет до 11. То есть фон по квартире 11 микрорентген в час. Вот, а на плитке, ну вот, смотрите, опять обсидиан не увидел плитку, показывает нули 2 раза подряд, а 1 раз увидел. То есть, очень спорное у него измерение слабого бета-излучения. Слабое бета-излучение он не видит вообще, то есть плитку керамическую. Среднее, чуть-чуть сильнее бета-излучение, такое как урановое стекло, он видит. Но может его измерить, показать только через 2 минуты. Быстрее это невозможно. Еще более сильные бета-источники. Я уверен, что он видит этот радекс. Но ему для этого тоже надо 2 минуты. Быстрее, чем 2 минуты, он не умеет определить и показать, что есть бета-излучение. Это невозможно. Вот.
И смотрите, что еще. Вот есть фон Redescan'а на высоте 24 сантиметра. Ставлю его на плиточку нашу. Ставлю рядом Radex Obsidian. Конечно, в режиме гамма и Radescan эту плитку не увидит, потому что слишком мизерное превышение, он не обнуляется, не начинает заново мерить. Надо принудительно нажать кнопку измерения, и тогда он только начнет мерять и покажет реально. Либо смотреть в режиме поиск в реальном времени. Вот такие результаты. Вот такие результаты. Вот, пожалуйста, вот явное превышение Radescan'ом плиточка. А плиточка-то наша фонит. Ну, обсидиан слепой к этой плитке, как пень. Никогда он ее не увидит, не найдет. Это бесполезно. Хрусталь тоже он видит через раз. Вот. Но зато спектрометр у него обалденный. Обалденный спектрометр, ну честно. Мне понравилось. Видели, как он показал америций 241? Всего-навсего там 22 микрорентгена в час было от него по гамме. А он его показал на спектре очень четко. То есть, как спектрометр он классный. Можно покупать, пользоваться. Как пейджер по гамме, чисто по гамме, можно покупать, пользоваться. Классный. Ну, как... чтобы мерять бету, учтите, что слабую бету вы вообще им не увидите. Сильнее немножко бету и сильную вы увидите. Ну, для замера вам надо 2 минуты. Просто ходить вот так искать поиском, никогда в жизни обсидиан бету не найдет. Он не видит ее. Я вам это показал и доказал. И сам себе тоже. Это все. Так. Хорошо, то есть, ну что, ну я одобряю, мне нравится. Я бы пользовался им ради спектрометра только, это круто. Ради спектрометра я бы пользовался. И то, что в нем, кстати, светодиод, в нем вот этот, он не мерцает на каждую частицу. Он не мерцает. Он только когда будет светиться, я не знаю. В настройках я ничего о нем не нашел. Вот этот светодиод. Это мне тоже не нравится. Зачем он нужен тогда? Параметры. Ну вот сигналы. Звук, вибро, длительность. Все. Параметры. Время отключения дистанции. Так. Его нет. Этот светодиод, значит, только мигает, когда идет зарядка, когда разрядилась батарея, когда заряжается, и все. А такого светодиода, как вот в Radescan'а, что вот мигаем красным, желтым, зеленым, нету. Это плохо. Я думал, он мигает, а это просто индикация зарядки. Все понятно. Ну и еще плюс то, что он рисует карты радиационные по маршруту, где вы ходите, через GPS, через смартфон. Bluetooth есть ради радиационных карт, ради того, что у него спектрометр есть. И как пейджер, замена AtomFast, его стоит брать. Мне он нравится больше, чем AtomFast, потому что есть спектрометр, он реально работает, я только что проверил. И еще за 2 минуты можно измерить бета-излучение, а там фастом это невозможно. И есть экран. Так что тут и есть кнопки. И есть фильтр, можно оголить экран. Оголить кристалл полностью. То есть тут преимущество, мне нравится. Мне нравится. Вот. Единственное, насчет бета-излучения, громко было сказано, он его видит, но только за 2 минуты, это не учли, важно помнить. И очень слабое, такое как кафельная плитка, он не видит. Вот так. Хрусталь еле-еле там видит через раз. Так что, продукты им мерять невозможно, невозможно, все. Вы не измерите продукты Radex Obsidian, для этого вам надо...
Слюдяной счетчик. Радисканом тоже не измерите. Надо слюдяной счетчик побольше. Этот маленький ничего не меряет. Я уже пробовал и сравнивал с СБТ-10А. Надо большой счетчик слюдяной, такой, как весь радиоскан размером. По-другому никак. Так что продукты этой штукой мерять невозможно. Опасные. Только если они уже очень дико опасные, сильно опасные, то тогда он покажет. Тогда и любой покажет вам. Вот. Его использовать как спектрометр можно для гаммы. Только для гамма-излучения. Вот. То, как гамма-спектрометр, он крутой. Реально. Портативный. Не надо телефона сразу на экране спектр. Это, конечно, что-то с чем-то. Это очень круто. А все недостатки я его показал. Ну, их еще исправят. Они же прошивку будут обновлять. Я думаю, добавят здесь название изотопов, вот радионуклидов. Добавят их название, энергии, цифры, чтобы можно было это все дело смотреть удобнее. Я думаю, много чего еще изменят. Может, изменят, что этот светодиод начнет мигать, а не только показывать зарядку. Так как вот этот, он же мигает, вот этот. Вот, мигает. Можно также и в радексе сделать. Если бы хотели, то бы сделали. Ну и классно, здесь вибратор есть, здесь нету. Вот, в идеале иметь и этот, и этот. Atom Fast, если честно, ну что я скажу. Насчет Atom Fast. Сейчас еще радиокод вышел. Ну, если честно, то да. Как ни печально, но вот. Вот. Производителя Atom Fast начались проблемы, потому что появилось два серьезных завода, два серьезных конкурента. И они сейчас реально переплюнули Atom Fast, потому что здесь, ну, и спектрометр, и, ну, и экран, ну, понимаете, и все остальное тоже есть. Единственное, чем лучше Atom Fast, во времени работы. Этого хватает на полмесяца где-то. Ну, я точно не мерил, не могу пока сказать, но очень надолго хватает. Несколько недель, думаю. А Atom Fast хватает на 3 месяца где-то. Так что тут Atom Fast в этом только лучше. Ну, еще там кристаллы есть. Ну, он и в цене в 2 раза. Ну, не в 2 раза, а за радиокод в 2 раза, конечно, больше. В общем, ну да, для себя лично я решил, да, Atom Fast отошел на задний план, как появился вот этот, обсидиан, и как появился радиокод 101, радиокод 101, то Atom Fast у меня отошел на задний план. Ну, нет смысла мне уже покупать Atom Fast, когда я могу купить дешевле в 2 раза прибор заводской, другого завода, в котором есть экран встроен, есть спектрометр, прямо сюда на экран, гамма-спектрометр полноценный, энергокомпенсация. Он видит бету за 2 минуты и замеряет, точно показывает в распадах сантиметр квадратный. Вот. И, конечно же, лучше. А то, что мне заряжать раз в полмесяца прибор этот, я переживу. Вот, а в Atom Fast раз в 3 месяца заряжать. Ну, для меня это не критично. Для меня более важна цена, что в 2 раза дешевле. И мне важно то, что есть спектрометр здесь и есть экран, что работает без телефона. Это мне намного важнее. Вот, ну все, то есть преимущества сказал я, почему, какие для меня важные преимущества. Вот, а вы решайте сами для себя. Ну, тут все налицо видно, все и так понятно. Сейчас Atom Fast, производители Atom Fast, я знаю, что будут делать. Они будут думать, как в свой Atom Fast ставить экран. Но у них другого выбора нет, решения, потому что появились два завода, конкуренты серьезные. Они встроили экран и спектрометр. И Atom Fast сейчас, наверное, будет тоже добавлять в свои Atom Fast и экран, и гамма-спектрометр, и энергокомпенсацию. Будет добавлять в свои приборы и конкурировать с этими наравне. Уже будут конкурировать тогда ценой, кто сможет дешевле предложить. Потому что если у всех будут экраны, и у всех будет спектрометр внутри, и у всех будет энергокомпенсация, то тогда конкурировать смогут только ценой.
кто сделает дешевле, потому что они будут все уже одинаковые. Сейчас выбор стоит такой. Цена, конечно, играет роль, одну из первых мест. Потом играет роль, у кого есть экран и у кого есть спектрометр. Энергокомпенсация даже там мало кому она нужна, если честно. Самое главное — спектрометр и экран. Если это будет у всех, тогда уже будут соревноваться только с ценой. Пока что эти выигрывают, потому что у них есть экран и настоящий гамма-спектрометр. А Atomfast проигрывает в этом плане. Atomfast выигрывает только в одном. То, что заряд держит 3 месяца. А эти держат там полмесяца. Вот, ну, 2 недели где-то. Ну, это нормально. Это, для меня это вообще... Мне 3 месяца не надо. Мне 2 недели, чтобы держала заряд нормально. Это ж понятно, потому что ж экран есть. Ну. И спектрометр, и энергокомпенсации. Ну, то это естественно. Ну, слюдяные дозиметры они не заменят. Надо всегда иметь и слюдяной, со слюдяным счетчиком любой. Или радиоскан, или МКС 01 SA1M. Или... радиометр бета или атомскан, любой абсолютно слюдяной, или просто счетчик купите SBT-10A или любой слюдяной счетчик и подключите к самому дешевому дозиметру. Например, дозиметр Master 1 стоит 250 гривен, дозиметр Syntex стоит 350 гривен, дозиметр Bella стоит 500 гривен. Купите любой из этих дозиметров, туда подключите слюдяной счетчик и имейте дома слюдяной, это чтобы мерить продукт. И на кристалле нужно иметь один дозиметр. Любой выберите. Ну, сейчас выбор у вас только Radex Obsidian, либо Radiocod 101. Потому что у них есть экран и у них есть спектрометр встроенный. А Atomfast уже не актуально. Пока Atomfast не добавит себе экран и спектрометр, то он становится неактуальным. Вот. Ну и цену не сбавит в 2 раза. Все. Надеюсь, я никого не обидел, я провел честный обзор, высказал только свое личное мнение. Вот, оно не претендует на прям правду в первой инстанции, а это просто я поделился своими мыслями с вами. Вот, никого не заставляю прислушиваться, просто есть возможность, я показал, как все работает. Все, на 2 часа обзор получился.